В фокусе последних событий, которые направлены на выполнение мероприятий, связанных с частичной мобилизацией, массовыми нарушениями, которые производятся военкоматами, призывными комиссиями и другими административными ресурсами, а также большим интересом к моим роликам, в частности, когда мне выдают повестку, которая набрала около 2 миллионов просмотров, я хочу вам преподнести очень хорошую новость. Значит, депутатами Госдумы 6 октября вносится законодательная инициатива о закреплении, например, вот этих вот критериев, которые оговаривались в официальном разъяснении указа президента о призыве именно приоритетно имеющим военно-учетные специальности необходимые, значит, отслужившие в армии, имеющие боевой опыт и так далее, и так далее. Вы их знаете. Вот, они должны быть закреплены законодательно, чтобы юристам было проще защищать права своих клиентов и нам всем знать свои права и на что-то опираться. Потому что мы не можем в военкомате сидеть и говорить о том, что где-то на сайте Минобороны или другом официальном источнике были официальные разъяснения. И в связи с этим нам же говорят, вот закон, и по этим критериям о всеобщей мобилизации они нас всех для выполнения плана и собирают. Вот, поэтому мы ждем этого закона, ждем законодательного закрепления, потому что механизм проржавел, засох, скрипит, и сейчас будет новый глоток воздуха. Всем удачи, всем пока!